Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать не завтрак туриста, но скоростной и быстрый завтрак. Для этого нам и полезный, и здоровый. Для этого нам нужно взять вот такой вот бублик с кунжутом, 2 яйца и уже рубленую ветчину. Сначала мы режем с вами бублик на 2 равные части, чтобы он у нас получился ровненьким и лег на сковородку так, чтобы масло не протекало, вернее не масло, а чтобы яйцо не протекало через дырку этого бублика. Итак, давайте все по порядку. Вот, пожалуйста, бублик готов. Теперь мы набираем рапсовое масло в ложечку и наливаем в сковородку. Масла нам надо немного, совсем чуть-чуть. Теперь мы аккуратно ложим одну половинку бублика, разгоняем масло по сковороде, вот так вот. Прижимаем. Даем немножечко прожариться нашему бублику. И потом мы, когда в этот бублик немножко прожарится, разбиваем сырое яйцо. Так, проверяем. Более-менее нормально. Главное, чтобы не было коричневое. Теперь мы берем яйцо и аккуратно разбиваем его вот в этот бубличек. Готово. Пусть жарится. Когда оно станет у нас белым, мы добавим туда ветчину. И потом уже перевернем на другую сторону, чтобы прожарилось с обоих сторон. А пока жарится наше яйцо, мы легонечко, тихонечко наслаждаемся вот таким вот соком. Классный, между прочим, сок способствует улучшению работы желудка и улучшению пищеварения. Ну вот, сейчас можно уже добавить немножечко ветчины на это яйцо. Сейчас оно дойдет до кондиции. До какой? До нужной. И мы его перевернем на другую сторону. Ну что ж, будем переворачивать. Ёлки-палки, не получается. А, какая обалденная вещь получилась. Просто супер. Ну что ж, будем пить такой сок и есть наш завтрак. Всем приятного аппетита!